Так, все, надо поспать часок. А-а-а. Нет, господа. Так нельзя. А ты спишь очень крепко для убийцы. Да Это я не хорошо. убивал никого, он Именно сам того, что я попросил. сейчас предложу, тебе будет нужна чистая совесть. Ничего не говорить. Ты предпочитаешь молчание, Да. как и я, мое дорогое дитя, как и я. Разве молчание не симфония смерти, манифестация самого Ситтиса? И разве не ирония, что я пришел к тебе как спикер темного братства? Меня зовут Люсьен Лашанс, и мой голос — это воля Матери Ночи. Она наблюдала за тобой. Наблюдала, как ты убиваешь, восхищаясь тем, как ты отнимаешь жизнь, без тени сострадания. Мать Ночи очень довольна. Вот почему я стою здесь, перед тобой. Я принес предложение. Возможность войти в нашу уникальную семью. Ну, ничего не говори. Значит, ты слушаешь меня с восторженным вниманием. Великолепно. Теперь слушай внимательно. На зеленой Таверна дороге. дурное знамение. Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его, и твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделаешь это, и когда в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я явлюсь к тебе еще раз, неся с собой любовь нашей семьи. Чего, мужик? Пожалуйста, прими этот знак темного братства. Это девственный клинок, и он жаждет крови. Пусть он служит тебе верой и правдой. А теперь мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Я помню, очень хотелось спереть Твой его броню. путь чист. Отправь Руфио на свидание А его, со кстати, своей убить можно. смертью, и темное братство примет тебя, как любящая семья. Смотрите, смотрите, вот это классно, это реально классно. Скорее такого не было. О, щет. О, ты великий чемпион! Я видел твой бой с Серым Принцем! Ты лучший! Можно я пойду с тобой? Я не буду мешать. А, ты уверен? Нет, мне не нужен Хорошо, чувак, он ладно, только ты найдешь мешаться будет. меня. И палить, как я замки взламываю. Не нужен. Мне больше нечего сказать. Мы... Кажется, он тоже его видел, да? Ничего, нет, не хочешь там поймать его, там, темное братство, все дела, не слышал такого. Ладно, я думаю, мы продолжим чуть попозже. Сейчас мне нужно отойти. Время обливионочки. Да, продолжаем. Придурок все еще туда сваливает. Нет, 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 мы с тобой не разговаривали, парень. Я больше не хочу. Отстань. Просто отстань. Да откуда, откуда, что это такое? Один, два. ФПС. Что? Вот как это можно объяснить? Чем? Ничего не грузится, ничего не происходит. Такие риски проседули просто. Не-не-не, парень, парень. Вот, все правильно. Так, ну ладно, мы займемся тогда квестом. Нож в ночи. По карте это нам нужно сюда. Сюда, я думаю, ближе будет дойти. Вообще нужно взять молоток ремонтный. Отчиниться. И вот это выкинуть. Изыск, жалко выбрасывать. 195. Ладно, еще пока позволяет, продадим. Вот.
Так, ну я вижу, что там противники. Двое остался. Так, ну это бесы, желчь бес. А! Спокойно. Я тоже фаерболы, да? Она проматывала. Желчь бес, это хорошо. Еще я вытягиваю энергию из колодца, я только что ману себе восстановил полностью. Круто. Идем дальше. Фиолетенький. А вижу там лагерь чей-то. Тихонечко подойдем. Какой-то не лагерь, это какой-то наблюдательный пост. А нет, это лагеречек. Кто-то здесь. Ух ты, блин. Кто-то здесь сидит и наблюдает за городом. Это все-таки дозорное место. Наша цель сейчас таверна. Олень убежал. Воу-воу-воу-воу, приятель. Шкура волка, отлично. 10 монет лишние не будут. И почем у меня там рыночная стоимость? По 5 покупаю. Деньги вообще лишнего не бывает. Ох, я только что себе сапоги подпортил. Надо найти нормальную магию лечения, чтобы не нажимаешь один раз, а полманы хапал, она вылечивала. Так, за нами никто не бежит. Я вижу, там что-то летающее. Походу, это опять... И да, опять какая-то непонятная критическая ошибка. Так. Где-то я там видел все-таки грёбаного беса. Не хотелось бы сейчас наткнуться на его ловушку, на его эту грёбаную магию. Но я вижу оленя. Качаем магию. Тю, отлично. Кстати, уже не так много жрет, как до этого на арене. Интересно, а это, наверное, мои. Наверное, то, что я там подобрал. Блин, спалил меня раньше времени, ублюдок. Мой фаербол оказался круче твоего фаербола. Так, желудь беса обязательно собираем. И что? Все, я думаю, дальше опасности никаких нам не должны волновать. Мы уже практически в цели. Нифига себе, кабанчик. Вот это редкое явление. Тихо. Ладно, кабанчик. Я не попал, что ли? Хватило. Мяско банан. Сойдет. Охереть, он там стоит. Так, что за херня? Что под лагерь? Так, какая-то тетка идет. Давайте сохранимся. Интересно, она бандит или кто? Вроде оружия нет, не похоже на бандит. Привет. Привет. Да, просто тетка. Прощай. Так, сейчас, секундочку. Так, все, погнали дальше.
Блин, не знаю, короче, почему такие лагульки. Серьезно, не знаю. Блин, сейчас покрутил настроечки графические. Все, па. Контактик. Вот в прыжке, не знаю, тормозит. Вот какого? Почему тут тормозить-то? Так, ладно. И вот она, наша цель, наша деревушка. Точнее, наша таверна. Дурное знамение. Давайте. А, блин. Ты что, с этим прикалываешься? Вот. Что нам чувак сказал, что нужно будет после убийства поспать? Какой-то имперский. Я слушаю тебя, гражданин. Гражданин. О, чувак, клиент. У тебя серебряный лук. Он серебряный? Он серебряный? Мне надо что-то подлать. Продолжай. Пять. Если ты творишь добро, 9 божеств. Ну, можно украсть, пока он так сидит. Нет, нельзя. Продолжай. Император и его 3 сына мертвы, и это произошло под носом у имперской страны. Что у тебя за... Так, ладно, все, иди в пень. Иди своей дорогой. Так, мне нужен этот мужик. У нас много свободных комнат, если тебе это интересно. Никто больше не останавливается здесь, за исключением старого Руфио. А, старый Руфио мне и нужен. Руфио? Он старый чудаковатый старикашка. Живет здесь уже пару недель. По-моему, он от кого-то скрывается. Но мне какое до него дело. Он платит по счетам. А как его комната вниз по лестнице. Я называю это личные покои. Воспользуйся люком в полу, вон там. Но не ожидай теплого приема. Да, как ты меня все быстренько сдал. Спасибо. И расскажи всем своим друзьям. Так, по лестнице вниз. Открыто для всех желающих, как всегда. Люк. Таверное знамение. Так, а лестницы я не вижу. Ну, пойдемте через люк. Так, давайте осторожненько. Чтобы нас не спалили. Трием, 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 трием. Меточка показывает, что он тут. Вон он спит. Я думаю, не стоит его будить. Лодыжку порежу. Человек убит, и когда я буду спать в каком-нибудь удобном месте, беспалевным, они придут и меня увестят и скажут, что делать дальше. Давай. Это достаточно беспалевное место. Итак, дело сделано. Откуда я знаю это? Скоро ты поймешь, что темное братство знает очень много. Вообще-то он лежит. Ибо теперь ты часть нашей семьи. Ладно, окей. Хорошо, запомни мои слова. Убийство Руфио стало подписанием соглашения. Манера убийства — твоя подпись. Кровь Руфио — чернила. Будучи спикером Черной Руки, я непосредственно руковожу определенной группой в нашей семье. Ты присоединишься к этой группе и будешь выполнять все выданные тебе контракты. Окей. Теперь тебе надлежит отправляться в город Чиддинхолл. В заброшенный дом, около восточной стены. Тебе будет задан вопрос. Ответишь так. Сангвин. А теперь мы должны проститься. Да, я готов с тобой проститься, мужик. Теперь ты принадлежишь темному братству. Да, я сам себе принадлежу. Попробуй переубеди меня в этом. Так, смотрим. Квесты, квесты, квесты. Нож в ночи, так это выполненные, да? Но не, я темным братством пока не хочу заниматься. Ария, наступление в гильдию магов. Дух из корней.
Вот, давайте сюда. Карта. Давай, сходим к этому мужику. Нужно дом очистить от привидений. Как я понимаю. Подайте, день бухает, наверное. Ну да, он так тихо. Народу как много. Поживаешь? Какая встреча? Так, еще и зелененький. Приветствую. Тебя случайно не интересует недвижимость? Если интересует, я продаю. За сколько продаешь? Да, я продаю особняк моего дедушки. Особняк Бенируса. Если тебя это заинтересует. Мне нужно срочно продать его, так как меня ждут неотложные дела в другом городе. Ты можешь пойти и взглянуть на этот особняк. Когда ты купишь его, ты получишь ключ от входной двери и свидетельство собственности. 5000. 5000. Блять. Ну давай, ладно. Ой, а что-то очку 5 кусков отдавай. Превосходно. Вот ключ от входной двери и свидетельство о собственности. А теперь, с твоего позволения, я займусь неотложными делами, о которых говорил раньше. Прощай. Ну прощай. Сколько мне осталось денег? Приветствую, Данмер. Блять, у меня такое чувство, что меня наебали. Как дела? Неплохо. О, там ВКонтакте пишут. Я, блин, сука, еще не закрыл вклад. Перебьются. Так, смотрим. Денег у меня осталось. Ой, нихера, у меня еще 2500 осталось. Я, кажется, был богатенький Буратино. Блять, вот он исчез. Говорит, дай 5000, окей. Испарился. Охереть, может. Вот это, блин, мастер продажи. Так, возьмем сразу серебряный меч. Я думаю, нам понадобится тот из привидений. Да уж, какой-то он. Не особо. Так, все, мы внутри. О, боже мой, контакт. Так, я в доме. Что он сказал сделать? Боже мой, сейчас, секундочку. Так, к сожалению, это важное все-таки сообщение оказывается. И пару раз оно еще щелкнет, потому что я не хочу отключать. Я должен быть в курсе происходящих вещей. Но пока вернемся сюда. Блять, вы издеваетесь надо мной, блин? Сидел 5 минут, ждал, пока мне ответит, короче. Блин, только начал писать, сразу дурак. Ух ты. Блин, ну старик. Так, ну в подвал я не пойду. Хоррора я не выношу. Как-то я очкую. Пацаны. Короче, как я понял, здесь надо переночевать или что? Вообще тут не помешал бы сделать ремонт, но сделка, мне кажется, очень выгодной. Можно размещаться в новом доме. Давайте посмотрим сейчас. Ебать! Ебать, я сразу вообще. Не страшно. Да, могуля. Могуля. Что меня вырубило? Да, ахаха, не попал. Тихо. Так, есть. Блин, самое главное, от них ни щит не спасет, ни хера. Блять, блять, ну вставай ты. В особняке обитают призраки. Они разбудили меня, напав во время сна. Внизу слышен грохот. Нужно обыскать дома, все проверить. Я тебя так и знал. Это плазма. Больше тут нет. Надо подхилиться. Грохот. Не, люстра, по-моему, была уже. Опа.
Рука какая-то непонятная. Записочка. Мной была обнаружена записка, рука скелета, лежавшая рядом со страничкой из дневника. В дневнике сказано: тайная комната, которую можно открыть только чистокровный Бенерус. Нужно поговорить об этом с Велвином. Нужно поспрашивать у людей в городе, чтобы узнать, куда он ушел. Мне нужно защититься от этих проныр. Они должны помешать моим планам. В подвале особняка обустроен комнату в подвал. Так. В подвале особняка я обустроил комнату в подвале. Отличное предложение. Так, ну, давайте возьмем бумажку. И руку возьмем. Руку же можно взять? Мне кажется, или там опять кто-то летает. Меня видит. Значит, тут явно есть противник. Он еще на голову мне не свалился там сверху. Сейчас мне нужно отрегенить магию, чтобы хотя бы один фаербол был. Ух ты, он тут меня... Оно мне надо вообще? Что я так думаю? Надо сохранить свое. Их три! Готов на такой. Все-таки он попал. Вы же там не хилитесь, нет? Меня еще выносит, потому что они мне этими заклинаниями вырубают. Так, один готов. Второй за фаерболем. Третий он там висит. Сыкотный. Опа. Так, давайте эктоплазму сразу соберем. На. Че, очко, да, очко. Все, отлично, готов. Интересно, откуда они взялись? Мне кажется, кстати, в принципе, очень хорошее место для... Дайте подвал сходим. Мне кажется, очень хорошее место для фарма эктоплазмы. Блин, здесь кто-то есть. Палюсь. Давайте, иди сюда. Опа. А, давай, давай, давай. Ну, вот так правильно, мазима. Блин, смотри, еще живой падла. Все, готов. Охереть, блин, а дымака наносит. Неплохо, тем более, что я еще и падаю. Давай, 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 давай. Мать твою, женщина, какого хера? Ну какой-то, наверное, проблемочек касается. Приходите упорница. Тихо, тихо, тихо. Так, срочно регенимся. Ну смотрите, подвал какой чистенький. По сравнению с верхними этажами, подвал вообще идеальный. Меня все еще видит, там внизу еще кто-то есть, с ума сойти. Ну давай, быстренько там пойдем, размахаемся. Так, это и есть хваленая печать. Закрытый портал.
Никак не открывается, значит, без этого пацана ничего тут не решить. Хорошо. Так. Идем. Так, надеюсь, на этом все. Вот там домики. Блин, на улице день. Какого хера? Ой, я вижу Коринирова. Два пополудни и все спокойно. У вас все в порядке, мадам? О, джентльмен. Я не знаю, куда он уехал, но я бы спросил в графском гербе. Если... Хорошо, значит, надо спрашивать. Удачно. Там. Но сначала я заберу корень. Бочка. Я туда не зря поставил. Из дракона. Так, бомжаки. Да. Ну блин, нужно, короче, сходить, да, и спросить. Ох, блин, я случайно нажал на магию, но она не сработала. Не повезло. Да. Нет, это не то. Не дошел еще. Так, восстановление повышено. Привет. Я Вилбур, владелец. Так, владелец может знать. Как только ты купил этот дом, он быстро собрался и уехал. Имперский город, хорошо. Что у тебя новенького? Имперский город, я знаменит. Великий воин. Ясно. А что ты слушаешь? Давай. Так, смотрим. Карта. Агульки. Перский город. О, мне сразу показывается, где он. Круто. Привет. В таверне опять. Лоу пробухивает мои 5 кусков. Ублюдок. Я удивлен видеть тебя здесь, в имперском... Конечно, удивлен, блядь, обосрался. Особняк. Ты думаешь, я за это в ответе? Пожалуй, ты прав. Ведь этот особняк принадлежал моему дедушке, Лоргрену Бенирусу. Боже мой, как интересно. Я знал, что на дом наложено проклятие. Вот почему я продал его тебе так дешево. Думаю, я должен был предупредить тебя, но мне очень нужно было убраться из Анвила. Моя семья говорила, что я смогу перебраться сюда, в имперский город, как только будут обрублены все концы. Этот особняк был одним из таких концов. Боюсь, моя жадность взяла верх над благоразумием. Надеюсь, ты не слишком пострадал в этом ужасном месте. Весь в эктоплазме. Наверное, мне казалось, что ты сможешь снять проклятие и покончить со всем этим. Конечно, смогу. Мне нужна капелька твоей крови, желательно бутылочку. Лоргрен Бенирус был странноватым стариком. Он всегда баловался и экспериментировал с магией. Он был, в общем-то, безобидным, пока в один роковой день не наткнулся на том, содержащий черную магию некромантии. Он стал одержимым и решил, что при помощи некромантии сможет продлить свою жизнь. Черная магия, содержащаяся в этом томе, заставила его выкапывать тела недавно умерших в склепах неподалеку, под собором. Мне кажется, Татор. Когда все это обнаружилось, некромант. Гильдия магов созвала экстренное совещание, хорошо, чтобы решить, что с этим делать. Решение было принято за несколько минут. Возглавляемая юной выскочкой по имени Карахил, гильдия магов ворвалась в особняк Бенируса, и они убили Лоргрена. Однако во время всей этой суматохи его тело исчезло. Из этого жители Анвила сделали вывод, что особняк должно быть проклят. Ты первый, кто вошел в него за очень долгое время. Спасибо, мой друг. Да, я знаю, как снять это проклятие. Согласно записи в дневнике, похоже, я единственный, кто может открыть секретную дверь в особняке. И я не могу отделаться от чувства вины за то, что продал тебе этот дом при таких обстоятельствах. Встретимся в Анвиле, в графском гербе. И тогда мы попробуем снять это проклятие вместе. Какая вероятность, что я сейчас приду, короче, он с моими 5000 слиняет и не появится ни там, ни тут. Опять ищешь? Он очень быстро, блин, перемещается, телепортируется. Я прошу всего лишь...
базарим. Привет. Что с тобой творится? Недавно в воде... Покоих, что ли, у своих? Я стал... Да нет. Он внизу. Он где-то вот тут вот. Вот тут вот. Гнида. Я уже думал, что ты не появишься. Ты готов идти к особняку? Да, тогда пошли. Давай побыстрее покончим с этим делом. Меня совсем не радует мысль провести в этом особняке. Ты уверен, что нам туда? Ладно. О, еще бочка. Каменная чашка. А почему мы не пошли через главный вход? Потому что это вход, да? Ну ладно, туплю. Серебряная мечушка, я думаю, понадобится. А у меня больше. Наверное. Да, когда нет скина, это эпически. Да уж. Не знаю, не, то ли я стал придирчивый, но, по-моему, в мое время таких лагов не было, когда я проходил. По крайней мере, я их точно не замечал, такие багульки, явно. А насчет то, что все подлагивает, не знаю, я играл на слабом компе, у меня и так все подлагивало, кстати. Давай, давай, мужик. Кажется, если я быстрее тебя прибегу, то все получится. Давай. Оп-оп. Да. Нужно найти тайный план, чтобы проклятие не пал на нас. Хорошо. Теперь ты веди. Надеюсь, мы сможем добраться до... Да, окей, хорошо. Так, 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 быстренько, быстренько. А, мать твою, не туда, все быстро. Давай, мать. Тут стоишь, ты видишь, слышишь? А, блядь. Ты больной? Ты меня пугаешь? Слышь, у меня, блядь. Чё, охерел, что ли? Я принимаю твою капитуляцию, друг мой. Капитуляцию, так ты дура, блин, вот тут с этими боремся. Капитуляцию, мать, принимает. Пошел ты в жопу, блин. Помогут. Веди. Чё вести, придурок? Ты мне помогать будешь, нет? Ты не слышал шум? Ты, блядь, совсем больной, да? Блядь, хваленый. Знаешь что, я не хочу сразу спускаться туда вниз. Мне кажется, мне нужно пару вот этих стен. Определенно порвут. Иди, блин, я не хочу. Там, блядь, все очень плохо. Да, блин, ну ты меня, наверное, видишь, я не знаю. Вообще, ману по-хорошему отрегенить. Ладно, я думал, к финальному боссу отрегенимся, так надо сохраниться. Блядь. Тебя не смущает, нет, а призраки, все такое. Блин, я парника убил. Да, еще крыса.
Блин, что делать-то? Ой, у меня с таким напарником. Ой, блин. Я принимаю твою руку. Засунь за точку. Серебряную. Так, остался еще один. Ой, ты больной. Я принимаю. Шопу. Как же ты меня бесишь. Веди. Я могу тебе сказать, чтоб ты отстал? Ты не слышал шум? Могу. Вот чего, блин, а ящик заметников, но не всегда, он этих онлайн-игр хватает. Battlefield, что там? Давай. Так, огненная магия. Блять, тут кто-то еще есть. Мужик! Вот тут так вот. Я там же теперь слышу. Были больше пользы от тебя в таком положении. Я принимаю твою капитуляцию, друг мой. Так, хилимся. Все. Больше, больше здесь противников нет. Я думаю, только он там за дверью будет. Так, мужик, ты как знаешь, а мне надо микстурки попить. О, отлично. Давай. Давай, ахалай-махалай. Ахалай-махалай, колдуй быстрей. Чтоб помочь по рукам тебе ножом дать этим огромным серебряным. Убежал. Ну и правильно. Сохранимся. Том какой-то непонятный. Может, кому-нибудь удастся загнать его. Так, труп. О! Колечки. Слабое зелье лечения. Ни хрена себе тут сокровище. Ожерелье хождения по морю, я думаю, нам понадобится. Золото, так, мы уже не зря сюда пришли. Почему использовать? Алтарь, скелет. У него не хватает руки. Как бы я сейчас ему руку эту не вставил, он бы не ожил. Но наверняка же так все и будет. Так, ладно, F5. Я сначала алтарь. Я лорд Гренбейнирус. И я хочу искупить свои грехи. То, что я делал с людьми Анвила. Ужасные, отвратительные деяния, что я совершал, требуют раскаяния. Карахил была права. Убить меня — это единственный способ остановить это безумие. Я смирился с такой судьбой. А теперь, чтобы я мог наконец найти покой в землях девяти богов, прошу тебя, воссоедини мою руку с моим телом. Только тогда я буду опять целым, и весь этот кошмар закончится. Человек сказал, что хочет купить свою вину за прошлое и восстановить мирные отношения с девятью. Он хотел оказаться целым,
Чтобы прекратить безумие, мне нужно прикоснуться к его скелету, когда у меня будет потерянная рука. Я, бля, буду, что он сейчас воскреснет. Я плохо помню этот квест. Но я понимаю логику этой игры, что здесь повсюду все эти пентаграммы, все это неспроста, он в таких одеждах церемониальных. Сейчас потом в лича превратится. Еще раз надо сохраниться. Меня всегда удивляло, как легко манипулировать смертными. Я же не положил еще руку. Давай. Ты помог мне завершить то, что Крахил и ее клика надеялись предотвратить много лет назад. Мое воссоединение. Не положи руку просто. И мое бессмертие. Видишь, он тебе раздал все свои последний планы. Раз, когда я столкнулся со смертным, я недооценил их силу. Я больше не повторю такой ошибки. Давайте еще раз. Сохраним. Я жив. Опять. Давай быстрее. Бля, зачем ты положил руку? Ну, какой парень ты может? Не трахи, вдох еще и нет. Все, умер. Казалось, что Лорен придумал эту ловку. Неужели? Рукой, чтобы восстать из мертвых. У меня не было иного выбора, кроме как уничтожить его. После уничтожения проклятия с особняка Бариуса было снято. Мне нужно вернуться в графский герб и поговорить с Велвином. Так. А мне кажется, посох будет хороший просто. Еще и все. Костяная мука. Всего лишь. Блин, хотя бы, не знаю, хабар какой-нибудь дал, прикольный. Да ну в жопу, ну. Ой, у меня останется этот подвальчик, я смогу его открывать. Тёлочек, давай. Так, пока бежим, надо отхилиться. Нормально. Ух ты. Окна стали нормальными. Светлее стало. Определенно. Кучки эктоплазмы валяются, но я думаю, это до ближайшего перезахода. Синий бархатный наряд. Вау. Тут есть сундук, да, бесполезный. Жратва, книжки. Ясно, можно отсюда спрыгнуть вниз? Да? Отлично. Так мы сделаем. Отхилиться. Все, бежим. Так, ты чё тут? Ты не хочешь помочь вытащить моего мужа, Гогана, из беды? Не очень. Я не виню тебя. Попозже поговорим. Сейчас я квест закрою. Ладно, тетка, не уходи только никуда. И мне нужен этот мужик. Вот он ты. Вернулся, вот теперь снимающий ты здесь, проклятие. Мне приходилось убивать. Извини, что я убежал, но меня одолел страх. Я рад, что ты уговорил меня пойти с тобой. Дерьмо. Теперь, когда проклятие снято, я чувствую, что я завершил неоконченное дело моей семьи. Я тебе дом не отдам. Превосходная работа, друг мой. Пусть этот особняк принесет тебе многие годы счастливой жизни. А я теперь от... До свидания. Все, прощай. Как дела? Вообще, ты теперь смертный, да? Привет. Сейчас, давайте сохранимся, просто посмотрим. Привет. Гильдия бойцов отлично поработала. Нет, у него нету. Правда? Денег моих, 5000 маленьких. А то бы я бы его грохнул за них. За что он меня так подставил, плюс еще вдобавок, блин, как козлин последний себя вел. Вообще бы даже не помог ни разу. Так, ну что, тетка? Привет. Говорим?